В настоящее время ситуация такова, что каждая женщина может столкнуться с диагнозом рак молочной железы. И каждой пациентке, которая впервые озвучен этот диагноз, ей требуется не только высококвалифицированная медицинская помощь, но и психологическая помощь и поддержка. Поэтому мы запустили вот такой фотопроект, на которой наши участники рассказали свои истории, болезни, как они прошли этот трудный путь истории выздоровления. Я очень надеюсь, что вот такая выставка, она будет нашим вкладом в психологическую поддержку тех пациентов, которые столкнулись с данной проблемой. И истории, рассказанные каждой из наших участниц, будут являться примером, как нужно пройти этот путь и что все трудности можно преодолеть. Я очень уважаю Веронику Альбертовну, своего врача, и поэтому она мне когда предложила, у меня было, не было даже тени сомнения, что я не буду тут участвовать. И я очень ей благодарна за такое доверие. И у меня даже страха никакого не было. Когда я пошла на операцию, я была уверена, что все будет хорошо. 6 лет назад, вот 6 лет живу без проблем. Хожу на аэробику. Все реально.